9 мая главные мероприятия, как и прежде, пройдут на площади Сахарова. В 10 часов утра там можно будет посмотреть на выставку военной техники. С 12 также на Сахарова начнутся выступления творческих коллективов города. А на площади Советов в 12.00 стартует открытый пробег легкоатлетов «Кольцо Победы». Каждый год в нем участвуют тысячи барнаульцев. Еще один концерт начнется в 3 часа на набережной Барнаула. Там выступят детские коллективы и барнаульский духовой оркестр. Также в 3 часа дня будет шествие «Бессмертного полка». Уже второй год подряд акцию не получается провести в привычном формате. Поэтому, как и в 2020 году, она пройдет онлайн на сайте «Бессмертного полка», где будут транслировать фотографии героев. Важно, сбор заявок уже закрыт. Кстати, организаторы все же планируют провести «Бессмертный полк» под открытым небом, но уже 24 июня, если, конечно, позволит Роспотребнадзор. Добавим, что 9 мая праздничные мероприятия пройдут не только в центре, но и во всех парках Барнаула. А вот салюта в этом году, к сожалению, не будет, потому что, в отличие от захватчиков, коронавирус мы пока не победили. Ирина Корчагина, «День с толком».